Добрый день, меня зовут Бушуев Вячеслав, руководитель ландшафтной компании. Сегодня я вас хочу познакомить с красивым деревом. Это рябина гранатная. То есть вы можете видеть, что у нее очень-очень ярко насыщенные плоды вот такого цвета. Данное дерево видно и со стороны очень хорошо. Вот в данном виде оно уже идет высотой где-то 2-2,5 метра. У нее очень вкусные плоды. Такие они терпко-сладкие. Вот, употреблять можно в пищу. И такая вот рябинка. То есть можно использовать и в городском озеленении, и на озеленение при усадебных участках.